Всем привет! Перед вами КамАЗ 4310 лесовоз. Его задача — пройти два препятствия, две огромных лужи с грязью. Первое препятствие водитель КамАЗа преодолевал очень осторожно, на пониженной, потихонечку поднялся в подъем, и уже на втором препятствии водитель, преодолевая эту огромную лужу, вдал по гашетке, по газам и тем самым зарылся по самые мосты. Ну а на помощь ему пришел наш великий и могучий трактор Кировец К-700. А вам желаю всем приятного просмотра и крепкого здоровья.